Выборы президента и открытие художественной выставки «Колористика». Такое совпадение в мире искусства с политическими событиями в жизни страны для Сергея Полякова не случайно. Ведь он заместитель председателя Одинцовской территориальной избирательной комиссии. Последние 5 лет художник. До этого я почти всю жизнь занимался политологией. Творчество с политикой удается совмещать, но выставка могла бы и не состояться. Оказался вовремя в нужном месте. Зашел в библиотеку тогда, когда заведующая составляла график мероприятий на март. И в нем как раз была свободная дата. Я подумал, сфинск — это же киска. Кошка. Большая очень кошка. Кошка молоко. Так художник увидел советско-египетскую дружбу в 60-х. Колористика – это ода красоте, необычный взгляд мастера на мир. Каждый холст – удивительная игра цвета, форм и текстуры. На открытие экспозиции пришли не только ценители абстрактного искусства, но и близкие друзья Сергея Полякова. Сергей работает очень интенсивно, и периодически я вижу, поскольку я подписана на его блог, то есть он практически каждую неделю публикует какие-то новые работы. И большинство из них вот я вижу на этой большой выставке. То есть масштаб выставки – вот это то, что меня приятно поразило. Творчество Сергея Валентиновича, оно многогранно, оно широкий диапазон занимает. Я вот уже говорил, от сюрреализма до реализма. И сегодня мы вот портрет дочери посмотрим. Абсолютно сходство. Это не просто картины. Это история, которую мастер рассказывает с помощью кисти и красок. Каждая работа на выставке «Колористика» – окно в мир художника. Заглянуть в него может каждый до 14 апреля. Лада Дудко, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».